If it's okay for you, I would like now to make a somatic exploration with these two concepts. Если для вас это нормально, окей, то я бы сейчас хотел провести такое соматическое исследование, связанное с этими двумя концепциями. I would like to invite you to embody what was said so far. Я хочу пригласить вас прожить в теле то, что мы до этого момента обсуждали. If it is okay for you, I would like to invite you to stand up or to. Так что я хочу пригласить вас встать. Or to make a space between your seat and the computer you are working. Или по крайней мере, ну вот сделать так, чтобы было какое-то пространство между вашим стулом, где вы сидите, и компьютером. And it would be great if you have enough space just to move your arms. Было бы здорово, если у вас было бы достаточно пространства, чтобы вы могли двигать руками. So, as a preparation, I would like to make a little exercise because I don't want to break your bones or your hurt your bodies. В качестве подготовки я хочу, чтобы мы сделали небольшое упражнение, потому что я не хочу, чтобы кости поломали или вообще какой-то вред телу причинили. So I would like to ask to invite you to move your joints, starting поэтому, with the joints of your fingers. Я хочу пригласить вас подвигать вашими суставами, начиная с суставов пальца. I would like to invite you that you have the image that your joints are like bubbles with hot air or warm air. Я хочу вас, чтобы вы представили, что ваши суставы как такие пузыри, шары с теплым воздухом внутри. It's like these are these two bones, and these connect these bones. Как будто вот есть две кости, и вот этот вот шар соединяет их. Он так расширяется. So, when you are moving, think about this. Have this in mind. Now, когда вы wrist... двигаетесь, подумайте об этом. Пусть это у вас будет в голове. Теперь ваша кисть. Mm-hmm. Now your elbows. Теперь ваши локти. Slowly and slightly. Медленно, легко. Your shoulders. Ваши плечи. Mm-hmm. To the front, to the back. Вперед, назад. Move your head, your neck. Подвигайте головой. Not big movement, just не small очень большие, movements. Не очень большие движения, mm-hmm. да, то есть маленькие движения. Keep following, moving, like swaying your spine. Попробуйте немножко покачаться, подвигать позвоночником. And please treat you kindly. И, пожалуйста, по-доброму относитесь к себе. Yeah. Okay. Give a space to your body. Give a space. Дайте своему телу место, пространство. And inhale and exhale. Вздыхайте while doing this. И выдыхайте, когда вы это делаете. Yeah. Maybe it's the morning there, and you are waking up. And может быть, у вас утро, и вы просыпаетесь. And you when you feel that is enough for you, I ask you to stay again with yourself. И когда вы почувствовали, что для вас достаточно, я хочу попросить вас оставаться с собой. Okay. So, I'm going to stay sit because of the camera and things, я буду продолжать сидеть, потому что, из-за камеры. We are going to make a sequence of contact. Мы сейчас пройдем вот эту вот последовательность контактирования. So imagine this is pre-contact.
Представьте, что это вот приконтакт. We have no purpose. Нет никакой цели. We are just there. Мы просто есть. And I want to invite you just to feel your skin, your sense of touch. Попробуйте почувствовать свою кожу, ощущение прикосновения к ней. Mm-hmm. To feel your mouth. Почувствуйте свой рот, вкус. To feel your ears and the sense of hearing. Почувствуйте свои уши, то, как вы ими слышите. Mm-hmm. The nose and the process of smelling. Почувствуйте нос и то, как вы ощущаете им запахи. Your eyes. Ваши глаза. And the sense of seeing. И ощущение видения. But without purpose in this moment. Но без какой-то цели в это мгновение. And just in a slowly pace, start seeing what is around you. И медленно вы начинаете оглядываться и замечать, что вокруг вас. And the presence of your body, of your corporality in this space. И присутствие вашего тела, вашей телесности в этом пространстве. And see what happened with your sense or your senses. Попытайтесь заметить, что происходит с вашими ощущениями, с вашим восприятием. Make yourself conscious of the movement between the world and your senses. Попытайтесь осознать движение между миром и вашими органами восприятия. Notice what of your sense is more active right now. Which of your sense is in the foreground? Попытайтесь заметить, какая модальность восприятия наиболее активна у вас сейчас. Какая из них находится на переднем плане? Maybe it's the touch, the tact. Может быть, это прикосновение, тактильность. Maybe the smell. Может быть, это запах. Maybe the hearing. Может быть, это слушание. Maybe the taste. Может быть, вкусовое восприятие. Also could be maybe the kinetic sense. Может быть, I mean the movement. Может быть, кинетическое ощущение, я имею в виду движение. And take time to notice what is around you attract your attention. Уделите время тому, чтобы заметить, что из того, что есть вокруг, привлекает ваше внимание или вызывает интерес. And choose something, an object. И выберите что-то, какой-то объект. A situation. Ситуацию. Notice your interest, notice the growing of your interest. Замечайте ваш интерес, замечайте, как растет ваш интерес. And now allow yourself to reach for that object. И теперь позвольте себе тянуться к этому объекту, достигать этого объекта. И чувствуйте свое тело. Чувствуйте, как ваше тело двигается через пространство. Risking,
risking your stability to reach for that. Рискуя, отказываясь от стабильности для того, чтобы достичь чего-то. And take this object now with your hands. Возьмите этот предмет руками. And notice what happened with this that you desire in a distance. Now you are in touch directly. И посмотрите, что сейчас происходит, когда тот предмет, который вы выбрали, он был на расстоянии, и сейчас, когда он, вы прикасаетесь к нему. Take time to now bring the object to you. И возьмите время на то, чтобы этот объект, этот предмет притянуть к себе. Notice what desire you are accomplished when you have this object with you. Замечайте, какое желание, какое вы исполнили, когда получили этот предмет. We may say that we are in a full contact right now. Мы можем сказать, что мы сейчас находимся в полном контакте. And when you feel ready, I'm going to ask you to release. И когда вы почувствуете, что готовы, я попрошу вас отпустить. When you feel that you have enough, когда вы почувствуете, что вы получили достаточно, что вам достаточно. Or maybe maybe you don't feel enough, but you are aware of that. Или, может быть, вы не чувствуете, что вам достаточно, и вы осознаете это. But I'm going to ask you to leave, to release this object again. Но я попрошу вас отпустить этот предмет снова. And go back to your place, to your original place again. И вернуться к своему изначальному месту снова. Thank you. Спасибо. We have made this process. I'm going to repeat it again for you. You leave it, but I want to just to clarify this experience of we are. Я сейчас повторю вот что-то про этот процесс, потому что я хочу, чтобы он был ясным для вас. So we have pre-contact. Так что вот у нас есть pre-contact. We go to fork, to contacting. Потом мы переходим к контактированию. We process to reach something or to contact something with the world to make full contact. Мы тянемся, мы достигаем, чтобы что-то получить в мире, и переходим к полному контакту. And when we have enough, потом, когда мы ощущаем, что нам достаточно, we release. Мы отпускаем. To prepare ourselves, to allow ourselves to be prepared for other sequence of contacting. Для того, чтобы позволить себе подготовиться к следующему, к следующей последовательности контактирования. We do this process all the time, and we go through different sequence of contacting all the time. Мы все время проделываем, проходим этот процесс и проходим разные последовательности контактирования все время. Always having our corporality at the locus of each of these experiences. И каждый раз наша телесность находится в локусе этого опыта. Now, I invite you to be with me as an investigator, as a researcher. Я сейчас хочу пригласить вас побыть со мной как
в качестве исследователей и расследователей. But also as a the experiencer. Но также в качестве того, кто проживает какой-то опыт. I'm going to ask you now to think about something, a purpose, a project, and an experience that you had. Я хочу сейчас пригласить вас подумать о чем-то, о какой-то цели, о проекте, об опыте, который у вас был. And that because of this experience of the pandemic, of the lockdown, который в связи с пандемией или локдауном now is suspended. Сейчас находится в подвешенном состоянии. Bring to your, from your experience to your present, that that in this moment is suspended, and that you are not. Ваши переживания, ваш опыт, вот то, что сейчас находится в таком подвешенном состоянии. And that you are not sure when you are going to reach it, to get it. Про что вы не уверены, когда вы сможете этого достичь, получить это? So take your time to bring that experience to bring that purpose. Уделите этому какое-то время, чтобы это пришло в настоящее, чтобы вы это почувствовали. I just want to give a moment for you. Я хочу вам дать какое-то мгновение. It's very particular today because I don't see many faces, so I have to guess. Совершенно какой-то вот необычный опыт, потому что я не вижу многих лиц, и мне приходится гадать. So I am going to follow Igor, Reseda, and Sergio. They are going to be my guides. Я буду следовать Игорю, Резиде и Серхио. Они будут моими гидами, моими проводниками. I'm here. Yeah. So, thank you. So you have your theme. You have that thing that is suspended because of this pandemic. Удалось найти какую-то тему, да, что-то, что вот находится в подвешенном состоянии. Now, then I'm going to ask you to repeat the sequence, сейчас, and I'm going to guide you through it. Я попрошу вас повторить вот прохождение этой последовательности, и я вас проведу через нее. Okay. So, please go back. You can close your eyes. Можете закрыть глаза. Вернитесь. And go back to the moments or times before you have this purpose in your gaze. Вернитесь в тот момент, в то время, ну вот когда у вас еще не было этой цели. Imagine you are going back to the pre-contact. Представьте, что вы возвращаетесь в приконтакт. Maybe there was nothing there, just being there. Может быть, там не было ничего, просто какое-то бытие там. Just with what you had in that moment. Просто представьте, вспомните, что было в тот момент. Okay. And try to notice what is in your senses in that moment. What are you sensing? Попытайтесь заметить, что присутствует в ваших ощущениях, что вы ощущаете, регистрируете. How is your experience to feel just there? Как вы переживаете вот пребывание там, в этом? What kind of qualities you notice are inhabiting your body in this moment? Какие качества переживания, опыта вы замечаете в своем теле в этот момент? Now I invite you to notice. Сейчас я приглашаю вас заметить. And to evocate. И вызвать the moment when you start thinking about this or
interacting with the world. Когда вы то мгновение, когда вы стали думать об этом, или взаимодействовать с миром, чтобы выбрать. And you start discriminating, alienating, and choosing options. И вы стали различать, отчуждать что-то и выбирать какие-то опции. And something happened with this option. И что-то something вот start произошло с этой опцией. Something start building between you, co-create something between you and this object or this purpose. Что-то стало нарастать, совместно создаваться между вами и этим предметом или этой целью. Now you have this purpose that really interests, take your interest, that attracts your attention. Теперь у вас есть эта цель, которая по-настоящему привлекает вас и по-настоящему вызывает интерес. I invite you to recall why this is very important for you. Я приглашаю вас вспомнить, почему это так важно для вас. Why is this so attractive to you? Почему это так so meaningful? Так привлекательно для вас, так значимо для вас. So meaningful for you. Так значимо для вас. And I'm going to ask you to set this purpose in front of you. И я потом приглашаю поместить эту цель перед вами. And feel your body. И чувствовать свое тело. In relation to this purpose in front of you. Почувствовать свое тело относительно этой цели перед вами. Feel the space, be the distance between you and this purpose. Почувствуйте пространство, дистанцию между вами и этой целью. How did you feel this distance before the pandemic? Как вы переживали эту дистанцию до пандемии? It seemed close. Она казалась How much close? Близкой. Насколько ближе она казалась? Breathe. Дышите. And I want to invite you to show me and to feel how you decided to go with your body to follow your purpose. Я хочу пригласить вас показать мне и почувствовать, как вы решили двигаться телом к своей цели. I want to ask you to embody your purpose, your intention. Show me how big was your interest or is your interest in this purpose. Я хочу, чтобы вы телесно проживали. Покажите, насколько большим был или является ваш интерес. Please show me how this purpose is in your fingers, Пожалуйста, your hands. Покажите мне, как эта цель находится в ваших пальцах, ваших руках. Your arms, your torso. В ваших предплечьях, в вашем торсе. Please show me how big is for you, how meaningful is for you that you sustain this movement of reaching for. Пожалуйста, покажите, насколько это что-то большое и значимое для вас, что вы поддерживаете это движение достигания. Feel that purpose there and how it helps your desire, your longing to grow and grow. Почувствуйте эту цель там и почувствуйте, как она
помогает вашему желанию, интересу расти и расти? Feel how all your body goes to this reach with your arms, your eyes. Как во все ваше тело идет в это достигание, ваши руки, ваши глаза. Your eyes, your guts, your heart. All your body goes. Ну, ваше нутро, ваше сердце. To this object. К этому предмету, к этой цели. И потом... And then pandemic arrives. И потом приходит пандемия. Now what happened when I say this? Что сейчас произошло, когда я это произнес? Почувствуйте это в своем теле. Feel your desire, your longing. Почувствуйте now. Свое желание, свое стремление сейчас. I'm going to ask you. Я попрошу вас. Be careful to sustain this reaching now. Я попрошу вас сейчас поддерживать это достигание, удерживать его. What happened after this pandemic? Что произошло после прихода пандемии? Feel the distance now between you, your hands. Почувствуйте дистанцию сейчас между вами, вашими руками. Between your body and the purpose you had. Между вашим телом и целью, которая у вас была. I'm doing with my two hands. Я делаю это двумя руками. Now I'm going to ask you. И сейчас я попрошу вас. To take note of this experience. Заметить. What happened with my purpose? Заметить, осознать этот опыт. Что произошло с моей целью? The distance is the same. Дистанция такая же. Your energy is the same. Энергия такая же. How much time you have been reaching for? Сколько вы уже тянетесь, пытаетесь достичь? How it feels the floor beneath you? Как вы ощущаете пол под вами? How it feels the lower part of your body in this moment? Как вы вообще ощущаете нижнюю часть тела в нас в этот момент? Now I'm going to ask you. Теперь я попрошу вас. Slowly. Медленно. To bring your weight to the floor. Медленно переместить вес на пол. Find your weight in the floor on your feet. Найдите свой вес на полу и ваши ступни на полу. Now, а теперь, notice which of your shoulders are more tired. Попробуйте заметить, какое из ваших какое плечо более уставшее. And slowly bring down your one of your arms. И медленно опустите вниз к телу одну из ваших рук. And now notice the difference when you are in this new configuration of your body, of your longing. И теперь заметьте разницу, когда вы находитесь в этой новой конфигурации, новом положении, новой позе. Feel the arm. Почувствуйте почувствуйте руку, которая тянется, и руку, которую вы опустили вниз к телу. Now bring the other hand to your body. И теперь опустите вторую руку к телу.
Now feel this new configuration. Теперь почувствуйте вот эту новую конфигурацию. Allow yourself to look around. Позвольте себе оглядеться вокруг. In the space near to you. В пространстве рядом с вами. And now just turn your gaze again towards the place your objective was. И теперь снова разверните взгляд туда, где была ваша цель. And notice how it feels now. И теперь заметьте, как это ощущается сейчас. Notice if something changed. Обратите внимание, изменилось ли что-нибудь. And keep looking around. И продолжайте оглядываться, смотреть вокруг. You can look even your body or touch your body. Вы можете даже смотреть на тело или прикоснуться к телу. Of your seat, you can touch your desk. С того места, где вы сидите, вы можете прикоснуться к тому, что рядом, к столу или к стулу, на котором сидите. And how it feels now, the distance and experience between you and your the purpose you were reaching for. Как сейчас ощущается дистанция и опыт вот между вами и целью, которую вы пытались достичь? And now I'm going to ask you to take a moment. И сейчас я попрошу вас уделить мгновение. Which feelings, sensations, emotions appear? Тому, чтобы заметить, какие чувства и ощущения появляются, when you realize that this project, that this objective that you have, когда вы осознаете, что этот проект, эта цель, которая у вас был, которая у вас была. Your experience of reaching for your object, something meaningful for you. И вы что вы переживаете достигание, попытку достичь этой цели как что-то значимое для вас. And when you feel ready, I'm going to ask you. И когда вы почувствуете, что готовы, я попрошу вас to take a deep breath. Делать глубокий вздох. And kindly, but carefully shake your body again. И легко и так бережно, по-доброму стряхнуть свое тело снова. Now I would like to share with you and to discuss together and to build about this experience. И сейчас я хочу с вами обсудить и как-то поделиться, то есть вместе обсудить этот опыт.
I would like to add something. Хотел бы кое-что добавить. I was working with a client. Я работал с клиентом. He was reaching for buy a house for his family. И он пытался купить дом для своей семьи. And because of the pandemic, из-за пандемии, he lost this opportunity. Он потерял эту возможность. And her, his wife, его жена, suicide. Committed suicide. Она покончила жизнь самоубийством. He told me, it's like the future suddenly close. И он сказал мне, что ощущение такое, как будто будущее неожиданно закрылось. The future that seems so open, so wide. Будущее, которое казалось таким широким, таким открытым. Suddenly closed. Неожиданно закрылось. I don't know where to go. Я не знаю, куда идти. I don't know where I am. Я не знаю, где я. And I feel I cannot. I don't want to go back either. Я чувствую, что я не хочу и обратно тоже. So it was a very powerful experience for me. Для меня это было очень мощное переживание, мощный опыт. And he told me that phrase that it's like my desire, my longing became stronger. И это именно он поделился вот этой фразой. От него я услышал, что как будто мое стремление оказалось задушено. I feel that part of me is there. Я чувствую, что часть меня там. But I'm stuck in the between. Но я застрял в этом пространстве между. I would like to hear you. I would like to share your experience or questions. Вас, я хотел бы, чтобы вы поделились своим опытом, может быть, задали вопросы.